Девочки, добрый день. Мы с Захаркой прогулялись. У нас идет дождь. Поэтому мы быстро, не задерживаясь, в садик не пошли. Сегодня понедельник. Потому что не выздоровели. До конца я собираю папе на рыбалку. Он завтра едет вещи. Так, значит, Брюстас. Это сад-огород полистаю. Мне, знаете, как мне интересно сажать цветочки, деревца, вот эти еловые. То, что не нужно печалиться, то, что не дают плоды вот это. А то, когда сажаешь, и оно потом пропадает, там помидоры, огурцы, обидно. Так, взяла ему вот такой чай. Ну, я ему взяла, он еще сам должен заезжать. Взяла парандон, так ему дам. Туда тоже. Так, печенье взяла. Вот такое. Тоже туда. Там уж я не знаю, что он купит. Сейчас буду варить бульон. Именно бульон хочу. Горло болит невозможно. Глотать неприятно. Зелень, конечно, кину туда. Картошки чуть взяла. Картошку, наверное, полную просто кину. Или как сделать? Да. Такой суп, когда вот просто бульон, обычно кидают полную картошку, прям вот круглую. Ну, чищенную. Такую есть. Ну, как вот типа на природе, когда. Так, ватные диски взяла. Почему-то у меня такой чек, ужас, такая сумма получилась ужасная. Ну, конечно, там. Корм что стоит? Корм Брюса стоит 400 рублей. А карачок вот вышел 290, девочки. Потому что я хороший брала. Хочу нормальный, хороший бульон наваристый. Пройди, пожалуйста. Так, взяла себе носочки. Это к черным цветам, потому что они укороченные, а еще прохладно ходить. Ну, вообще натирать обувь будет. Поэтому купила вот такие себе носочки. Длинные гольфы. Там были короткие, а короткие мне не нравится, то, что видно. Так. Видно основание. Так, Брюса корм. Вот она курочка, вот эта фирма, называется курочка домашняя. Вот она вкусная. Так, дальше мыло. Всегда надо руки мыть. Взяла мужу хлеб на завтра. Ну, полностью, не знаю, будет брать, может быть, будет, не знаю. Взяла, что вчера покупала, уже родители были, но взяла еще, чтобы, потому что вдруг он завтра вот его делать ему бутерброды в дорогу, ехать там 8 часов или 9, я уже не помню, сколько от нас до Астрахани. Дело до Астрахани-то ближе, просто до самых речек вот этих, до моря, до Волги, короче. Так, с Захарки увидела книжку в перекрестке, я учусь выговаривать букву Р. Ну что ж, взяла. Сами знаете, он очень сильно попрошайничает. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цап. Чайки кричат, собачки рычат, коровы мычат, а рыбки молчат. Так что учить надо. Стоит, вот на мой взгляд, 140. Ну, но почему она не цветная? Ну что же это такое? Детям нужен цвет. Вот я смотрю на эту книжку, и мне кажется, у меня как дальтонизм какой-то. Маргины у Марины, а ромашки у Ирины. Смотрел корнет в театральный ларнет. Захарка букву Р, конечно, произносить не может. Вот чё мне так болит голец? Ай, слева. Так, недовольна тем, что пластик. Но в любом случае, это моя первая тарелка для Пасхи. Пасхальная, да. Туда даже рецепт есть. Я просто пластик, девочки, не люблю. Для меня пластик, это когда мы с мужем только начали жить, или я студенткой была, вот жила, денег нет, понятно. Ну, в общем, мне не попадалось, понимаете, мне муж всегда говорит, ты, если бы ты хотела, ты бы уже купила себе гантели. Да, говорю, я бы их купила, потому что вот зарплата пришла, вот есть деньги. Я спустилась в перекресток или вот вокруг магазина, который есть у меня. Там нет гантелей, если бы они были, я бы купила. Если бы была тарелка стеклянная, такого типа, ну или керамическая там,
фарфоровая, неважно, ну, то есть вот эти, тарелочка, короче, вот, я бы ее купила, но не было, была такая, но я ее давно хотела, нормально встать на завтрак, на Пасху, разложить, чтобы красиво было, но, ну, или фотографию сделать, все равно нам пока туда съезди, пока туда съезди, ой, главное, чтобы было здоровье, ладно. Фарш взяла, это я уже готовлюсь к приезду мужа, там еще папа в сауну должен пойти, придет ночевать, не знаю, Ксюха с мамой хотят приехать, я не знаю, чем их кормить. Так, второе печенье, если он скажет, что хочет взять, пусть берет, но так это как бы нам с Захаром. Огурцы, там уже пупырчатые были, но как-то неохота. Влажные салфетки домой. Антибактериальные пишут. И одну мужу. Дорогу руки вытирать. Мне кажется, можно и жопу вытирать ими. Себе я взяла сельдерей. Опасная штука. Люблю, конечно, очень полезная. Но здесь очень много натрия, девочки. Очень полезный такой натрий, который не каждый, не все еще пока как бы раскрыты. Вот эти частицы, вид натрия. Но он чистит, понимаете, организм. Но от него проносит, диарея начинается. В тяжелых случаях может быть и рвота. Поэтому он опасный. А моя любимая докторская колбаса. Две штуки, чтобы было. Так, и картошка. Мелкий-мелкий горох. Терпеть не могу такую чистить. Но что было, то взяла. Это вот на суп. Ну, не все же на суп пойдет. Может, ее просто сварить. Вечная дилемма женщин, что готовить, что делать. Вот это там продается сейчас. Вот. Ну, блядь, отвисай. Надо почистить память, потому что перегружена. Я очень много скриншотов делаю. Я же там читаю, там читаю. Уже. Так, бабушка Захару купила... Она спрашивала, вот что нужно, что вот я все равно собиралась покупать, это спортивный костюм. Как бы нам вообще всем надо, особенно нашему папе тоже надо. Не знаю как. В общем, вот такая фирма, Бенетон, вообще честно не знаю, слышала, но у меня никогда такой фирмы не было одежды. Сейчас мы Захару померим и сфотографируем, фотографию отправим. Нам нужно узнать, подходит ему, он большеват, я вижу, но может быть его поменять надо будет. Не хочет он мерить, и вчера не хотела. Сейчас, представляете, у меня такая боль пошла, я кольцо сняла. И этот. Пакеты же несла, часто ношу. Я так предполагаю, сдулась вена. Вот, ну варикоз же это называется. Вот очень больно, видите, синеву дает. Потому что здесь совсем другая ситуация. Вена тонкая, жуть просто. Так больно вообще. Поэтому я говорю, я не удивлюсь, что у меня варикоз пищевода и варикоз вот по телу. Он же бывает внутренний. Ну, нозная достаточность, когда тяжести таскаешь. Пришлось приложить. Последний раз кофту я покупала, размер 110. Она, ну, на Захаре хорошо сидит. Такая. Видите, а этот больше получается. Понятно, что она вырос, но тоже неприятно, чтобы сейчас на ребенке висел как мешок. Это раз. Во-вторых, хорошо. Вот в общем, так он выглядит, костюмчик серенький, с таким принтом каким-то. У меня, я в магазине «Фамилия» покупала. Вот у меня были такие же штаны, тоже какие-то импортные, индийские. Вот там вот так вот идут швы. И что вы думаете, вот где, вот здесь мотня, все рвалось бесконечно, вот какие-то вот нитки у них какой-то вот такой вот процесс шитья, сами штаны целые, все, но постоянно мотня расходилась на мотне. Кстати, не пойму размер тут я, не пойму тут что. 110 она взяла, да, 4-5 лет написано вроде. У них что, дети больше? Написано, что это Италия. На этикетке итальянская фирма. Значит, кофта стоит... Вообще, где цена? Кофта стоит 2200.
Ой, наверное, напишу ей, что оставляем. На всякий случай, на крайняк можно будет вот это подворачивать, и на рукаве тоже подворачивать. В общем, тоже из последних штанов с детского мира. Что-то они какие-то засранные. А мне там стирка. Все. Оставляем тогда. Его постирать надо. А коленку куртка? Кофта. Это твой новый костюм. Скажи спасибо, бабушка. Спасибо, мам. Перебирать, смотрите. Это все те, которые когда-то были по одному. И вот такой вот фарш. Фарш фаршовский. Сейчас мы с Захаркой ругались чуть-чуть. Опять накакал в трусы. Ну, это не важно. Он мне... То есть, это важно, но не в этом дело. Он мне не дает маску смотреть, передачу. End it all. Free me. I have no desire of living anymore. I was a baby when I started this shit and no one told me what was going on. No!